Актуальные знания, эффективные решения. Во Владикавказе состоялась бизнес-конференция по маркетингу и продажам. Опытом с североостинскими коллегами поделился международный бизнес-тренер Александр Белгоруков. Говорили об основных принципах продвижения, системе подбора кадров. Подробно гость рассказал о том, как привлечь клиента и построить взаимоотношения. Ответил на вопросы коллег. Бизнес-образование востребовано сейчас во всем мире. Мы получили для себя много полезных знаний, которые помогут развивать нашу компанию «Анатомия бизнеса» в том числе. Что хочу сказать, что дает нам посещение этого тренинга. Во-первых, мы получаем знания от первоисточников, как работать вообще в этой сфере. Знания не только продаж, но так как работать с людьми. Набираемся опыта, чтобы это доносить до своих людей. А что это нам дает? Это дает рост нашей компании.